Ryan Camila. Что поняли? У нас произошла беда. В нашем городе наступил карантин. И многие животные, игрушки и так далее, детишки, мальчишки заболели. Да. Мило уже произошла вакцинация. У меня супермаска фильтрует любые бактерии. Но мы должны помочь нашим друзьям. И начинаем вакцинацию. Да. Для этого у нас есть... Опа! Сколько разноцветных прививочек вакциночек. Смотрите. О, не, вот так можем нужно поставить. О, вот. Шприцики, шприцики. Так. Вот так поставим. Что-то стоит, что-то не стоит. Вот все шприцы. Посмотрите. Так, о. Ну что же, будем проводить. Так, у нас список. Список пациенту. Первый пациент. Даша путешественница. Даша путешествовала, Зина путешествовала и заболела Зикой. Так что, Даша, готовься. Ну, я готова. Так, вот. Происходит. Майя. Что-то не идет. Опа. Так, вводим. Вводим. Давай, вводим. Опа. Опа. Так, аккуратно. Аккуратно. Закрываем. Аккуратно. Даша, ты не заболел. Все, теперь Дашенька пойдет на поправочку. Вот. Так. Даша, значит, она здесь лежит. У нас. Так, следующий пациент, кто у нас? Обезьяна. Обезьяна объелась бананом. Боже мой, блин, надо делать укол. Хорошо, делаем укол. Давай, так. Оп, и вводим. Ха-ха. Так, давай, нажимай. Вводим, вводим. Оп, опа. Ха, так. Прошу, аккуратно, иголочка. Закрываем. Так, обезьянка просто... Ой, мне легче, легче, уже все хорошо. Все хорошо. Так, вот полежит обезьянка у нас. Так, следующий, кто у нас? Так. Опа, овца. Ну, диагноз тут понятен. Укусила... Нашу овечку волк укусил, да. Поэтому он все болит, заболит. Надо сделать прививку, побежит, открывай. Опа. Вводим это в синюю от волков. Опа. Все, все, ой, спасибо, я полежу тут. Так, закрываем. Это был у нас... Это был у нас вакцина от волков. Так, вот это. Вот это. Оп. Следующий пациент. Тоже у нас следующий. Вот этот пациент. Кот Сильвестр. Синдром Сталлоне. Надо от этого колоть. Так. Я Сталлоне, я Сталлоне. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Оп. Так, оранжевенький укол. Губку. Оранжевая. Оп. И начинаем медленно вводить. Раствор пошел. Оп. Все. Вакцинация произошла. Ой, не лучше, лучше. Так. Следующее. Паук. Паук? Мне нужна вакцина. Хотя... Вот этого маленького паучка, помощника моего. Да, это я. Ха-ха. Этот маленький паучок. Маленький помощник. Его укусил другой паучок. Так что ему делать надо вакцину. Оп. И выводим так. Оп. Опа. Все. Опа. Вызвал паучок. Опа. Так. Пусть лежит здесь. Следующий надо закрывать, у него паучок. Оп. Это не белое. Это... Коричневая. И кто же у нас следующий? Это стало. Так. Ну, свинья, понятно. Свиной гриб. Да. Так что, свиной гриб. И надо, значит, делать укольчик. Сейчас наш поросенок, наша свинка излечится. Надо всего лишь подождать. Все. Доктор Мила. Опа, и надо закрывать. Так, следующее у нас... Следующее это у нас... Заяц. Зайчик. Вот такой зайчик у нас елся пасхальных яиц. Оп. Так. Елся пасхальных яиц, и ему укольчик. Укольчик. И... Опа. Так. Укольчик, попу. Оп. Опа. Сюда. И его прибыль. Оп. Все. Все. Так. Закрываем. Оп. Все. У нас все. У нас больше нет вакцинации. Последняя вакцина. Да, это наши лошадки. Конечно, лошадка. Лошади. Лошади это укусила синяя собачка. Так, надо ее быстренько сделать. Кончик, так, попу. Опа. Так, происходит. Опа. О, ну все, надо еще набить. Оп. Все, 8 уколов для наших 8 друзей. Все, 8 пустые. Шприцики. Вакцинация произошла. Аккуратно. С иголочками. Так, отложим. И у нас сегодня была лошадка. Потом был у нас зайчик. Ускакал. Все здоровы, все здоровы. Ух, подумай, тун, 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 барашка остается в госпитале. Остается еще на карантине. Так, барашка посинила кубка. Так, обезьян, почему он нашел кушать бананки? Бананки кушать много. Поскакала, поскакала. Так, барашка-то.
Ну хорошо, вернется, она вернется. Это кошечка. И сам свиняка. Свиняка точно остается. Свиняка точно остается на карантине. А котик Сильвестр побегает. А мы прощаемся с вами. Пока! Пока-пока!